Сегодня у православных христиан начинается Великий пост, время особых молитв и духовного покаяния. Великий пост – самый долгий и строгий, напоминает о страданиях Спасителя. Он длится 7 недель до Пасхи. В этом году ее отпразднуют 16 апреля. В эти дни принято воздерживаться от животной пищи и алкоголя. Впрочем, священнослужители напоминают, не стоит воспринимать пост как диету. Главное – не ограничение в еде, а духовное очищение. Мы вступили на поприще Великого поста. Это удивительное, благодатное, богатое духовно время для каждой христианской души. Это время творения добрых дел, молитвы, близости к Богу, того духовного богатства, которое Господь всегда щедро дает подвязающейся человеческой христианской душе. Мы собираем это богатство, молитвы, добродетели, искренности, любви к ближнему, чтобы с чистым сердцем встретить Пасху Господню. Пройдут очень быстро эти 7 недель, Святая Четыридесятница, и мы будем вспоминать об этих днях с радостным сердцем, потому что на самом деле утеснение, пост, молитва, пребывание в храме никогда не бывает тщетным для человеческого сердца. И с Божьей помощью мы будем встречать Пасху Христову, проведя эти дни в подвиге христианской жизни. Я желаю каждому провести эти дни Святой Четыридесятницы, Великого Поста в благости, в молитве, в добрых делах, в покаянии, в любви к Богу и ближним. С началом Великого Поста. Напомним, Великий Пост длится 7 недель до Пасхи. В этом году православные отпразднуют ее 16 апреля.